Добро пожаловать на канал Harders at Info. Перед нами находятся часы Umidigi Urun. И сейчас я покажу вам, как настроить интенсивность вибрации данных часов. Для этого мы открываем настройки. Далее ищем здесь вибрация. Вот она. И можем выбрать либо сильная, либо слабая. Либо вообще ее не будет. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.